представители Молдовы отказались сделать совместное обращение к Украине против запрета на въезд на приднестровских номерах. Наш МИД это предложил сегодня на встрече политических представителей. Она прошла в Кишиневе в офисе миссии ОБСЕ. Была отмечена невозможность осуществления регулярных пассажирских маршрутов в Украину и транзитом через эту страну приднестровскими компаниями. Доставки из Украины товаров мелкогабаритными грузовыми транспортными средствами, а также использование приднестровских реанимобилей для срочного направления пациентов в лечебные учреждения Украины и Российской Федерации. С 1 сентября Украина запретила въезд на наших номерах. Механизм нейтральных номеров продолжает буксовать. Проблему продолжат обсуждать на следующей неделе.